Накануне Дня строителя 11 августа губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в торжественной обстановке поздравил наиболее отличившихся работников отрасли. 7 человек получили нагрудный знак «Почетный строитель России». Среди награжденных были не только руководители строительных организаций, но и монтажники, маляры, кабельщики. Ну, я выражаю, конечно, благодарность правительству, лице губернатора за оценку моего труда, то, что оценили этот труд по достоинству, так сказать. Вот. Ну, в дальнейшем буду также работать, так же, как качественно. 4 человека награждены почетным знаком благодарности от земли Воронежской, другие отмечены благодарностями и благодарственными письмами от главы региона. Именные часы губернатора получили бригадир маляров домостроительного комбината Нина Александровна Степанова и главный конструктор Воронеж-проекта Дмитрий Александрович Соколовский. Сейчас мы активно разрабатываем серию ВП-01 панельного домостроения, которая активно применяется в городе, в частности, строительной компании «Инстеп». Вот, и достаточно большое количество объектов идет по городу в строительство. И принимаем непосредственное участие в разработке этой серии.